Всем привет. Так продолжай. Ну, не, типа, всем привет, это Павел Вайс, да? Это Павел Вайс, я посещающий Александр, и сегодня у нас очень интересный юнит. Я еще буду молчать. Ладно, спасибо, Саня, что представился. Короче, у нас сегодня опять камеры отсутствуют, мы на телефон начали. Юнит купили огромный за $1350, сейчас посмотрим, что в нем, я покажу вам. Женю отправили за камерой. Вот такой юнит. Он просто, может быть, на камере не видно, но он просто нависает над дверьми. И вон там прям до самого потолка. Это реально метра, наверное, сколько? Почти три? Почти три метра? Короче, он до потолка юнит. Вот. Почему бились? Ну, он вроде выглядит чистенько, мусора немного, согласись. Да, выглядит он достаточно свежим. Да, матрасы единственные. Но все, я знаю, почему бились так дорого. Вон, ювелирная коробка. Угу. Если там что-то есть, нам повезло, если ее нет. Ее кто-то 100% пытался отодвинуть. Думаешь? Ну, не просто так. Она единственная, которая может быть шуфлядка отодвинута, открыта. Ага. Но она не двигается. Что-то есть, да? Что-то есть, но подозрительно она открыта. Ну, посмотрим. Надеюсь, там что-то есть. Ну, коробок столько, и мы не знаем, что там дальше. Может быть, много мебели, а может и нет. Ну, сейчас посмотрим и узнаем. Погнали. Женя приехала, привезла камеру, побитая вся. У нее кто-то это... Нет, как же его называют? Это для колки льда потыкал. И еще у нее лицо перекривленное напополам, потому что она ходила к дерматологу, к зубному. И у нее... К дементору. Да. К дементору, и к дерматологу, и к зубному, все в одну кучу. Теперь сегодня у него пол лица не работает. Да, мы тут немножко подразобрали, мусор вывезли, так, и покажу, что мы нашли. Самое главное, немножечко денег нашли, там $3 и плюс мелочью $3, получается 6. Вот эта штучка, ну не знаю, для компьютера или для планшета. Паш, я разбогател, поэтому пойду играть в гольф. Давай. С Трампом. С Трампом, окей. Ты возвращайся как-нибудь вечером. Подожди. На еще ракетку. Тут ракетка. С Курниковой. Да, ракетка неплохая, кстати. $40. Вот, мы еще нашли Louis Vuitton. Посмотрели, оценили, ну, примерно $500. Можно посчитать. Вот, еще смотрите, что мы нашли. Invicto. Конечно, жалко, что ничего стоящего, но приятно, что она там есть. Вот. Вот это неплохая, кстати. Ну, я думаю, $70 вот эти стоят с этим ящичком. Женя инструменты нашла. Вот. Вот эти $40 стоят. Ну, новые. Приятно. А, так. Какие-то маки-наушники. О, красиво. Женя, биты себе уже забрала. Тоже биты нашли. Еще одни вот такие мы нашли. Часики. Тоже $30-40. Сумку какую-то вот такую, Жень. Made in Italy. Пули Кати, кожа, джинсики и две сумки Тори Бёрч. А, не, да? Не Тори Бёрч, а Дуниен Бёрк, я их постоянно путаю. Это которые одни из первых. Да, ну, $100 такая будет. Давай не швырять. Посчитаем, ну, что с сумкой может случиться? Еще вот такая есть, долларов сколько? 70? Еще винтажный. Или тоже 100? 80. 80. Давай вот эту этаж подожди. А это? Это итальянская, но... Сколько долларов? 100? 50? 150, наверное, новая, но где-то так за 70 точно. Отдай. Да ладно, Жень, инструменты. Да, $70. Вот, Жень, посмотри. Это надо перебрать. Здесь, ну, может быть, где-то белое золото, может, даже найдем. Потому что тут... Это мексиканское серебро. Да. Кстати, мексиканское серебро очень... Жесть. Оно более котируется, чем стерлинг. Знаешь об этом? А здесь яд хранят. Да. Или нормальные люди камушки мелкие. Вот. Ну, это все на перебор. В конце видео, конечно, скажем, если нашли золото, серебро. Смотри, вот здесь сколько всего. Не переживай. В основном серебро. Розовый кварц. Да. Закрывай. А еще там есть? Да. Вот еще вот часики есть. Кстати, это какие часы? А там не Galaxy? Нет. Похоже на Galaxy. Похоже, первые но... самые. Снизу не работают. Gemini. Gemini. Близнец. Короче, много дешевых всяких Michael Kors, там Kenneth Cole. Фасл часов таких. Они $20-30 стоят. Так что часы можно оценить, не знаю, $150. Чего что? Че ты материшься? Я не материлась. И мелочь такая разная. Вот. Вся надежда на вот это. Вот. Да нет, ну а что с этой картинкой? Цвет красивый. А это, Жень, колесо от велосипеда. Я знаю, а я не могла найти колесо велосипеда.
Искали велосипед. А лампочки нормальные? О, замок, кстати, может пригодиться. Лампочки, да. Ну, всякое хозяйство. Подожди, а это что? Да, это нам пересмотреть, замки интересные могут быть. Ну, как бы интересные нам они пригодятся. Ой, girls написано, девочки. Вот сюда, Жень. О, а тут одежда. Даже с этикетками есть. Ух ты. Вот, цена $50. Слушай, тут все походу с этикетками. Ну, тут более костюмы уже. Да, здесь все одежда, это на перебор, Жень. Это на перебор, да, 100%. Сань, помощь нужна, скажи? Да, сейчас посмотрю, если будете в снизу. Мне кажется, нет ничего тяжелого для Сани. Чтоб Саня не поднял, он из принципа поднимет. Да, Санек? Я как в сказке, если бы было одно кольцо на Луне, а другое в земле, ага, я бы вместе сломал. А тут что? Тоже одежда, ну как-то. А, тут кепок много. И всякая одежда с этими. Кепками я вижу. Да. Ну, это тоже на большой разбор. Мы будем полдня это разбирать. О! Диснейчик. И вот еще. А может, каким-то лотом и продадим. Книжки. О, шнурки хорошие. Типа он тебе на язык. Он говорит, там марки. Ну такое все. А, вот еще. Лотом продадим эти. Кичен. А вдруг неправда? Ну пока у него было все правда. Не соврала. Кухня. А вот здесь кичен написано. Не поленились же так, кстати, закинуть. Да, обувь у нее неплохая. Там есть еще целый пакет вон там с этой обуви. Да? Угу. Тот пакет, потому что здесь просто... Да, кухня. Да, там одеяло. А здесь кухня. Контейнеры и всякое. А тут одежка. Одежду нам перебрать, если у нее сумка Louis Vuitton есть, значит, может быть и... Что это? Кто это? Блуминга? Да, там парочка таких видел этикеток, кстати, сегодня. А, они тяжелые. О, игры написано. Настолки. Ой, это матрасов-то сколько, и еще и диван есть. Да, одежду она любила. Записные какие-то. Да, одежда. Ребят, мы вам не будем показывать каждую. Платьишко слишком долго займет. Жень, ты достала обувь? Убери ее куда-нибудь, потому что мы даже туда не сможем ничего поставить. Электроника, клавиатура, вентиляторы. О, игрушки, а тут пульты. Наверное, телевизоры будут. Ну, пока все. Елка. Ой, падают стулья падают. Ты что кричишь, Женя? Потому что они на тебя чуть не упали, снимай их. Да, ножик разваливается. Отличный ножик. Тут новое одеяло, что ли, Жень? Я не думаю, что новое, думаю. Или подушки новые? Мне кажется, новые она заказала. Надо посмотреть, может, заберем домой. Подушки, Сань. Подушки. Кухня опять. Угу, кухня. Написано towels and sheets, то есть полотенца и простыни. Пока не обманывали? Пока нет, да. Ой, тяжелые полотенца. Pictures. Фотографии? Может быть. Нет. Ну, это просто декоративные. Да. Ух, тут еще бинов сколько. На эту залезть, оттуда сверху. Че за ней нашла-то? Погремушки. Мне кажется, коронка отлетела. Да ладно. А, нет, клей. Клей во рту у тебя? Нормально. Уже не клей отлетает во рту. А никаким суперклеем наклеили тебе что-то? Там такое тебе понравится. Давай уже. Тяжелое. Ну, поэтому тебя туда и послали. Паша, вдвоем вот это. Я как буду держать. Да не. Давай, кидай туда, посмотрим, что там. Если бы все были такие тяжелые. О, Жень, да тут опять много обуви. Да, чего-чего, а обувь она тоже любила, как и одежду. Женя говорит, кстати, обувь у него неплохая. О, смотрите. Совершенно новенький Michael Kors. Класс. Какой размер? Он новый или мне кажется? Саш. Ну да, в пакетике. Надо их все посмотреть внимательно. Дон. О, в Италии сделано, смотрите. За $24 можно купить итальянскую обувь. Дон Уори. Кельвин Клайн. Ну, здесь неплохая, короче, коробочка. Неплохая мебель. Неплохая обувь. Здесь гарнитур. Вот этот. Вау, там еще коробки. А, я вот эти сверху сниму, чтобы не надо было лазюкать. Да уже можешь слазить, Жень. Не могу, там еще вот там. А, надо посмотреть хорошую эту коробку. Вот это вроде должна обещать быть хорошей. Сюда.
Все, спрыгивай. И вот эти два бина, и все. Да мы достанем, Жень. Вот, ставь на черный. Да, тут ерунда. Все, Жень, мы достанем, плиз. Окей, Саш, вот этот возьми, чтобы не упал, и я слазю. Вообще. Да некуда их ставить, Жень. На пол, чтобы он не упал. Он просто давит на все остальное. Я туда прыгать хотела. Спасибо. Занавески, одеяло. Нет. Одеяло. Занавески. На, кухня. Это смотря? Еще нет. Телефон. Занавески. Опять? Угу. Во, вот это надо посмотреть. Что? My room. О. Michael Kors. Новый. Ну, правда, куплен за $13. Разница какая. Ты смотри, все с этикетками. Много чего. Лаки. А ты говорила, обещала интересную. Было написано, что интересно. Но это на перебор надо, да? Да, какой тут перебор. Ну, хороший только убрать. Вообще ремни ничего не стоит, Жень. Так, кто, куда, единственное, если это какой-нибудь брендовый. American Eagle. Так, ну, надо посмотреть, если они брендовые там есть какие-то. Если ты ремни не любишь, не значит, что девочки их не любят. Это кто? Ух ты. Она любила Коби. Фотки. Оставим фотки. Да, оставь. Ну и декорации. Написано living. Ну, это такое. Вазы. Туалет. Да. Это кито. Certified Organic Coco Flakes. It's 19th. А, это expiration? 21-го. Best before. Да, но они все sealed. Organic. Ну, она брала все organic. О, смотри. Organic. Ага. Он большой. Все. А тут что у нас? Всякие одеялки? Игрушки, одеялки. Ой. Маракасы. Или как они называются? Макасины? Маракасы. А, маракасы. Макасины это обувь. Сань, давай, чтобы мы знали, где ты ходишь, мы тебе в карманы их поставим. Отличная идея. Не? Не нравится? Мы бы так. Оп, оп. Приедь домой и подари их, например, брату. Вот он удивится. Не, нет, я знал, что их Женя заберет. Вот эту картину представь, ты спишь, очень сильно хочешь спать, остается 2 минуты до будильника, самые сладкие. И у тебя там 6:58. Женя начинает, да? Ну хватит, Жень. Опять. My room. Написано моя комната. How is this? Короче, здесь какая-то косметика в основном. Можно посмотреть мне хотя бы? В свободное от работы время. Жень, тут целое это такое. Забирай коробку и смотри в свое свободное время. О, спаленка тут. Сковородки. Кто? Сковородки. И тут сковородки. Да, кухни у них много. А что людям еще надо? Одеться красиво, обуться и пожрать. Красиво. Отойди. Рядом ставь уже. Офис. Ой. Они сказали, только соушал можно оставить такое. Слушай, мы будем соушал искать. Ух ты, какой прикольный. А фирма есть? Да, Жень, бинокли вообще никогда не стоят много. Камера. Да, офис. Здесь нет ничего такого, да? Написано кофе и тей. Kitchen. Вроде бы. Ух ты, реально кофе и тей. И там даже есть пац твои, смотри. Клёво. Green Tea Pots. Ну, не знаю. Что, мы не можем себе чай купить? Интересно просто посмотреть. Там вот эти хорошие тоже купили. Party Supplies. Матрасы надувные. А? Вот, я думала, лодка. Или лодка. Здесь два весла было. И тут написано было офис. Давай посмотрим. Так и есть. Кухня. Или матрасы, или лодки. Bathroom. Что в переводе означает туалет. Тут очень много ручек, Жень. Ну просто реально много ручек. Можно глянуть? Тут весь бин ручек. Это хорошо, это для школы как раз покупать не надо. Так что глядеть, просто бин ручек. Ну сюда, в сторону. А, дивана два. Диван и лавсид. Ага, еда.
металлические. Для муки, для сахара такой. Фу, у нас уже завал. Это фитнес став. Троечка. О, есть три. Смотри, 5 паундов гири. Класс. Может, малому дать? Да, его троечка. Вот троечка нормальная. Он 20-ку носит везде. А вон и вторая, да? Да. Те... Вторая. Это как раз то, о чем мы говорили, да, чтобы на ветром не сносило. Да, вот. Класс, ставь это вон туда в сторону. Маське понравится гири. Продолжаем дискуссию. Party favors. Зачем это перевирать? Скейтеринг. Крисмас! У нас жарко, у нас 98. А по Цельсию 39. Вот такие елочки классные, шикардосные. Шикардосные? А у нее бизнес похож. Они, наверное, да, кейтерингом занимались, да. Что там? Хэллоуин. Давай сюда. Ну, Женя. Дай. Свитч какой-то, гигабит свитч. И много проводов. Kitchen. Тяжелая, наверное, какие-нибудь специи. А пахнет? Да нет. Отлично пахнет. Может быть, какие-нибудь банки. Да. Почти угадал. А там что написано? Kitchen canned. А, консервы. Препры. И тут офис. Да? Ну, это можно оставить. Да не, не надо ничего тут оставлять. А здесь ничего нету. Складывай, если ничего нету. Ну и последняя вон коробка осталась. Какая? Не. И сумка. Ой, там что-то упало. Ой, тут матрасов немерено много. Ты будешь держать матрас? Ты специально так сказал. Да. А тут подушки, декорации и ваза. Какая-то странная. Сумка? Да, у нее какой-то кейтеринг был. Для печенек очень много всяких штучек. Футбольные Nike. Насос. И коврики. Это для футбола, правильно? Да? Ты играешь в футбол? Да. Хорошо? Ну, вообще умею, да. Ходишь играть? Один на один? Ну, не знаю, может, куда-то ходишь. Нет. Тут я ни разу футбол не играл. Я даже, чтобы не соврать, не помню, когда я последний раз уже играл в футбол. Ни разу футбол занимался. Я тоже в детстве играл. Даже неплохо. Ну, по тем меркам. Так, спаленка неплохая. Если она целая, что мне кажется, она целая. Хотя тут просто кровать. Тут нет тумбочек. Да, кровать. Ну, кровать можно такую за долларов 100 продать. Диваны. Кстати, очень неплохие диванчики. Диван и лапсит. Я думаю, эти два можно продать за 300. Легко. Ну и вроде все, там по мелочи. Обувь, все такое. Я думаю, что ты думаешь? Отбили? Я думаю, а, мы еще ювелирку сейчас проверим. И в конце видео расскажем, если что-то есть в ювелирке, да? Да. Те два стула за сколько, думаешь, продадим? 40. Каждый? Да. Еще 80 за стулья. А за эти 4? Они нормальные стулья? Да. Думаю, за 4 долларов. $100 за 4. Еще посчитаем $100 за 4. Это мусор, она уже порванная. А с драгоценностями вернемся в конце видео. Пока мы ехали в офис, чтобы проверить золото, по пути еще решили заехать еще один контейнер взять. Кстати, золото по чуть-чуть так проверили. Там было всего лишь 1.5 грамма золота и серебра. Ну, 1.5 грамма это $80, 14 карат. И серебра на $200. Вот так и запишем под этот юнит. А мебели... Уже мебель посчитали. Давайте посмотрим, может, здесь нам больше повезет. Этот мы купили за 360. Почему? Я просто никогда не видел, чтобы коробки все в целлофан заворачивали. Мне просто очень интересно. Все? Домой идет? Женя ковер уже взяла. Так, посмотрим, вот что здесь в этой сумке. Сумка тяжелая. Надеюсь, там не... Я вижу внизу белы, то есть щита. Надеюсь, не везде. Но это очень сумка тяжелая. 5 минут открывания сумки. О! Какая-то очень тяжелая шкатулочка. А тут что-то есть. Ну, какая-то вроде мелочь. На, погляди. Железная пластиночка. Какая классная ключ-отвертка. Я могу отвертывать вещи теперь. Угу. AirPods один. Почему всегда один? Ну, второй потеряли. Ничего? Да. Ничего. Тут какие-то вот такие штучки. Тебе они понравятся? О. Еще есть вот такая. А где крышка от этой? Не знаю. Может, пакет достанем? Мусорный. И тут есть.
какой-то странный набор. Нет, там это типа лампа. Вас ничего не стоят эти. На самом деле, вот это интересно, вот это стола. Ага. А, нет, это. Обрадовалась, что крышка. Ага, момент. Ага, момент, ага. Вот эти ничего не стоят? Вот это нет, вот это возможно. Диски, тряпочка. Ну так и запишем, диски, тряпочка. Тут шкатулочка. Вроде ничего пока. Что нашла? Серебро. Тут пацаны купили контейнер в соседнем здании. Тоже русские оказались. Украинцы. Пришли, познакомились. Серебро? Точно. Но это не бриллиант по-любому, да? Бриллиант. Нет, это этот... Господи, забыла. Ну классно, слушай. Тяжеленькое такое. В какой-нибудь. Все? Ну, здесь оставляем? Ну, в сумке. Ну да. Я думал, и мусор можно было туда. Я проверил, там диски. Так, чтоб кто ничего не говорил, для такого контейнера я свой ножик любимый взял, еще и почистил его от клея. А Женя с ультрафиолетом. Так, давай, быстро. Так, здесь, наверное, штука для косметики. Ну ты ножиком не машешь. Какая-то сумочка. Да, такой солидный чемодан. Интересно. И очень прокуренные ботинки. Как могут ботинки быть прокуренные? Кабелая. Кабелас, Жень, есть? Ты знаешь такую фирму Кабелас? Знаю. Ну, слушай, они очень круто выглядят, смотри. Кабелас — это хорошая фирма, это которая... С металлическим этим написано. Да нет, носик не металлический, но что-то там металлическое. Надо проверить их. Есть. Вот это посмотри, помоги мне, что в таких тоже прячут. Да, это просто косметика. Таких прячут, вытащим. Так, здесь какая-то коробка. Первая коробка, которая очень сильно... Какой острый ножик, смотри, а? Как масло. Ну, это просто коробку использовали. На, фу, они какие-то вонючие у нее коробки. Ну, открывай пакет. Или хотя, подожди, может быть, так и коробку и оставим. О, тут рабочие даже часы какие-то. Браус. На, высыпай в мусорку, заодно проверишь, что там. Да, люди курили. Да тут все воняет. Пока в основном косметика везде. Какая очень дубовая. Ты тоже почувствовала? Угу. То есть они курили как будто... Нет, сумка разве плохая? Выкидывай. Женя не жалеет выкидывать вещи. Угу. Ставь ее обратно. Куда? Розовый этот. Так и оставь. Не ломай его. Ой, все у него тяжеленькое. Одежда. Типа прокуренная. И во всех Air Wick. Это Air Freshener, чтобы вкусно пахло. В мусор? Или так и оставим? Может, в мусор. Ты знаешь, что у нас машина будет прованена а после этого? Я говорю, может быть, в мусор? Ну нет, да. Давай посмотрим сейчас. Ой. Да нет, просто прилип. Ну что-то же должно же быть интересное здесь. Ты, кажется, ее кверх ногами поставил. Да. Тут полотенце. French Connection. А это не пахнет. Да, здесь не пахнет. Ну, здесь просто одежда. Ставь. Вот куда бы мы без моего ножика? Да вообще, нет. Ты уверена? Нет. Да, нет. Видишь? Это, видишь, она открывается, как крышка сверху просто поднимается. Вниз. Угу. Ты открывать даже не будешь? Вот здесь что-то. Это бусинки. Пластиковые бусинки. А. Пока непонятно, почему они эти вещи так хорошо запаковали. Думаешь, они так переживали за здание? Возможно. О. Найтмэ. Ну, это детский. Это рюкзак. Да, фигня. Ну, нет, конечно. Тебе не понравился? Пока. А тебе? Ты тоже не сильно в восторге, я смотрю. Ну, еще не вечер. Еще вон сколько коробок. Может, сейчас одна ювелирная коробка все покроет. Вот здесь что-то гремит. Уже вроде не одежда. Нью-Йорк джанк. Копилка. Тут мужик. Теннисные мячики. И мячики. Теннисные. Китайская поделка. Угу. И реально джанк? Угу. Не обманули. Джанк — это типа мусор. Мой мусор. Да. Ага. У меня... Ух ты ж, какая она тяжелая. Это фу,
А, нет, почему да? Ну, обычно в таких документах хранят, да? Да. Старый телефон. Моторола зарядки. А чё? Духи? Ивон. Ивон Wild West. Бакл. Так, тут понятно. Господи, ты боже мой. Это что, зипо? А, это зипо, это измерялка. А здесь куча карандашей. Тут все карандаши и ручки. Все, закрываем. Еще вот есть. Гейтвей. А гейтвей они уже даже не продаются. Ну, этот оставим гейтвей. Угу. Это было или Мане, или Трифари. О, это здесь есть. Это бинокли ночного видения. Прикольно. Ты ночь сначала надо устроить, Жень. Дай его про линзу. Да, с сервисом тут, конечно, беда. Нет, это 50 баксов, Жень. Первая прибыль, 50 баксов. Одежда. Мне нравится тот сундук. Ты видел, как он прикольный? Да. Кажется, кухня. Какая-то странная кухня. Кости для собак. Ну, тут такое тяжелое что-то. Электроника. Думаешь? Электроника. Здесь она нигде? Не. Ну, эта одежда тогда очень тяжелая. Бумаги. Это чемодан? Ага. Ну, он мягкий очень. Фига себе прорезал. Ну, не рви, как он будет. Ну, он уже... Где он открывается-то? Можно зашить, смотри, несколько раз. Заначек нет? Да. Ну, ничего, вы не расстраивайтесь. Мы поедем в шаг, я покажу вам это урановое стекло. Все нормально. Ну, здесь видно сразу белые щита. Да. Ну... Не расстраиваемся. Я вам еще открытки покажу, старинные. Я даже не знаю, как тебе помочь с этим. Ну, тут еще став есть. Ну, давай его поставим тогда, может быть. Прикольно, Гарри. Ух. Спасибо. Это Барби здесь? Как там так запаковано, что ли? Смотри, какие филы. Дешевые. Очень дешевые. $20, 25 такая обувь. Но выглядит прикольно, как Джорданы. Подушка, что ли? Смотри, какая. О, вот эту доставай. Аккуратно не поломай. Это не настоящая. Ложи ее обратно. Он уделся. Я тоже. Тут написано, это краска. Так у нас в последнее время что-то вообще никакие не получаются. Да скажи, сколько марок нашли, сколько уранового стекла нашли. Нехорошее, что ли? Это вообще грандиозное. Сейчас приедем, я буду... Подожди, давай вот эту штуку. Я буду показывать. А это Барби? Была, да. Была или Барби? Была. Ну, коробка уже, все, я... Сундук хороший, думаешь? Сундук мне очень нравится. Очень нравится. Что ты о нем думаешь? Я о нем думаю то, что это сидр или walnut. И он уже там patented. Это ручная как бы вырезка, работа. Поэтому из всего самого классного тут это сундук. Сколько он может стоить? 150 минимум, если вообще сегодня заберут. А, но это из такого дерева. Обычно это 300 такие стоят. Я хочу его линзануть. Окей. Значит, посчитаем юнит в ноль. Та-да! Вот. Та-да! Кстати, да, ребята, я слышал, YouTube глючит, что-то не открывается. У кого не открывается, заходите по ссылке в описании. Там у меня новый канал. Он по подписке, символическая там стоимость. Заходите. У кого все открывается, мы продолжаем записывать видео на YouTube. Ну, то есть публиковать. Так что все, всем всего хорошего, лайки, подписка, peace, пока-пока.